Шахтерский городок Кохтла-Ярве, что находится в Эстонии, уже давно известен миру как Мекка юных любителей академического пения. 11 лет подряд здесь проходит вокальный конкурс. Республика Коми тоже принимала участие в этом конкурсе, но только в этот год ребята впервые вернулись с победой. Как это было и почему это так важно для нашей республики, мы расскажем сегодня. Здравствуйте, в эфире программа «Случай из практики». Меня зовут Екатерина Столярова. Через минуту я представлю вам моих гостей, ну а пока время новостей от Егора Ильченко. Егор, добрый день. Добрый день, Екатерина. Итак, коротко о главном. На втором предварительном голосовании по определению кандидатов на пост главы республики победу вновь одержал Сергей Гапликов. Он набрал 170 из 184 возможных голосов. Следующий этап пройдет 13 апреля в Сыктывкаре. Депутаты Госсовета предлагают ограничивать возможности трудоустройства заключенных не пределами муниципалитета, а региона. Напомним, в Коми уже 2 года проводится эксперимент с привлечением их труда, и эксперты называют его успешным. В Коми подбирают название для нового сорта картофеля. В течение 10 лет его выводили специально с учетом наших климатических и почвенных условий. Как результат, из 3500 гибридов выбран тот единственный. Сейчас он под кодовым названием 1523-16. Певец из Сыктывкара Игорь Ударцев не сумел попасть в полуфинал всероссийского конкурса «Новая звезда». Он набрал всего 20 баллов из 100 возможных. Исполнение песни «Мама», мягко говоря, не впечатлило судей. Вот такие новости к этому часу. Сейчас смотрите продолжение программы «Случай из практики». Увидимся через 4 часа. Итак, сегодня в гостях нашей студии победители 11-го международного конкурса юных вокалистов. Здравствуйте, ребята, я давайте представлю их. Это Алексей Юрковский, лауреат первой премии 11-го международного конкурса академического вокала для детей и юношества. Это Анна Рочева, лауреат третьей премии 11-го международного конкурса академического вокала для детей и юношества. И вместе с ними сегодня пришла в студию Татьяна Юрьевна Колтакова, директор колледжа искусств Республики Коми. Добрый день, друзья. Мы выходим в прямом эфире. Телефон нашей студии 469060. Друзья, звоните, задавайте свои вопросы, поздравляйте наших ребят. Мы с удовольствием примем ваши звонки. Но давайте начнем вот с чего. Потому что, наверное, многие все-таки не знают, что же это за конкурс такой, ребята, и чем он для нас так важен. Алексей. Конкурс международного уровня. Это понятно, это мы уже поняли. Международный, кто съезжается? Съезжались 4 страны. Белоруссия, Россия, Азербайджан и Эстония. Соответственно. Да. Ну и рядышком стоял флаг, собственно, Евросоюза. Вот. В этом конкурсе что мне понравилось? В первую очередь то, что были судьи честные. А что, обычно они нечестные, да? Последний раз, когда я ездил на конкурс, там все было очень так для меня. Предвзято? Да. Я приехал туда, выступил, кексанул разик, но уехал вообще ни с чем. Ничего не дали абсолютно. То есть даже грамоты за участие, да. Здесь как бы, ну я, конечно, Ольга Павловна Бундер, вот она, собственно, фотография только что была, председатель конкурса, и она приезжала на конкурс Ольги Сосновской на приз, ну, собственно, юных вокалистов, на приз Ольги Сосновской. Она была тоже членом жюри, и просто я вот как бы уже знаю, что рядом с ней точно соберутся точно честные люди, хорошие, правильные. Для вас очень важно было, чтобы жюри было объективным, да? Это очень важно. Ну а вообще конкурс, туда приезжают ребята, написано юных вокалистов, да? Юные – это какой возраст? Там, наверное, разные были возрастные какие-то категории, да? Был возраст от 10 до 20 лет. Ну да, вообще там из 7 лет, по-моему, девочки были 2, 8. Они были в младшей категории, их было всего 2 человека. Вообще сколько участников было? 30. 30 человек из 4 стран. Ну, сложно было, Ань, для тебя это вообще конкурс какой по счету? Ну, для меня это открытие. Я ездила туда впервые, вообще на конкурс выезжала впервые. То есть для тебя это такой дебют был, по сути, да? Да. Это было интересно, страшно. В общем, эмоций было очень много. Ну, это не забудется, наверное, никогда. На самом деле это прям вот настолько все
круто. Да. Но ты ехала уже нацеленная на победу или все-таки думала, ну что же, я в первый раз, да, так пока съезжу, посмотрю только? Ну, на самом деле, конечно, на победу я не рассчитывала. Ну, погулять, может быть, там, поучаствовать, съездить, посмотреть страну, увидеть, что это такое за границей. А было время на это? Ну, немного времени было. В основном мы тренировались, распевались. Татьяна Юрьевна, вы что-то тут так качаете головой, вы все-таки считаете, что изначально ребята все-таки уже были нацелены на победу или нет? Дело в том, что когда мы из нашего колледжа искусств отправляем ребят на конкурсы, конечно, они проходят отбор достаточно серьезный, они проходят отбор на отделении, хотя, может быть, они сами об этом и не подозревают. Вы им не говорите об этом, да? Максимально тактично, да, чтобы лишний раз не нервировать наших студентов. Вот, затем они проходят отбор уже общеколледжные, то есть мы прослушиваем их худсоветом, и только после этого авторитетное жюри, в которое входят наши самые выдающиеся преподаватели. Объективные, честно. Да. Выдает свое резюме. Достойны ли ребята поехать на конкурс, тем более конкурс такого уровня за рубежом. Это для нас, скажу прям, нечастая история. И я рада, что ребята, несмотря на то, что они не подозревали, что их ждет на конкурсе, все-таки оказались лауреатами, победителями. Это очень приятно. Это радостное событие для нашего колледжа. И я очень надеюсь, что эта традиция будет продолжаться. Можно сказать, что ребята за последние 5 лет были первыми, кто попробовал свои силы за рубежом на серьезном конкурсе. Да, и их победа внушает какие-то нам оптимистические надежды на будущее. Мы выходим в прямом эфире. Телефон нашей студии 46-90-60. И у нас есть звонок в студию. Алло, добрый день. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Да, вы в эфире. Меня зовут Александр. Я из села Бильга. Очень приятно. Всегда с удовольствием смотрю вашу программу. Спасибо. Это очень приятная программа. Это наполняет себя, так сказать, ну, культурой и знанием республики. Спасибо. Мы стараемся. Вы, может, зададите вопрос нашим гостям? Да, я хочу другое сказать. В нынешнем году, в феврале, исполнилось 80 лет. Алло. Заслуженному артисту Российской Федерации, народному артисту Российской Федерации, выходцу из маленькой деревушки Соколовка, это по трассе, когда мы едем в сторону Обячьего парка. Мне бы хотелось, чтобы колледж культуры, он его выпускник, как-нибудь провели мероприятие, обозначили его, подняли его имя выше. Это наша национальная гордость. Спасибо большое за ваше мнение, Татьяна Юрьевна. Я не знаю, так вам, наверное, вопрос. Да, конечно, мы с удовольствием это сделаем, поскольку мы очень ценим и стараемся беречь всех наших уважаемых преподавателей, тем более таких заслуженных. Да, и вот в частности, в самом ближайшем будущем у нас состоится концерт, посвященный творчеству двух наших замечательных педагогов, Марата Константиновича Козлова и Сергея Павловича Маркова, которые, к сожалению, уже ушли из жизни, но сейчас в колледже преподают их ученики, в частности Ольга Александровна Сосновская, педагог наших сегодняшних лауреатов. Поэтому, конечно, с удовольствием мы чтим память всех наших дорогих преподавателей, выпускников, воспитанников. Мы их всех любим, ждем и всегда помню. В гости, да, и готовы на всяческие меры поддержки и организации памятных событий ради такого случая. На короткую рекламу мы сейчас с вами прервемся, потом обязательно вернемся в студию и расскажем еще очень много интересного. Друзья, оставайтесь с нами. В конце марта
В эстонском городке Кохтла-Ярве прошел 11-й международный конкурс академического пения. И наши ребята, студенты колледжа искусств Республики Коми, приняли в нем участие и впервые за всю историю приехали с победой. Как это было, в чем было, какие были сложности у ребят, мы выясняем сегодня. Я представлю еще раз моих гостей. Это Алексей Юрковский, лауреат первой премии конкурса, Анна Рочева, лауреат третьей премии, и Татьяна Юрьевна Колтакова, директор колледжа искусств Республики Коми. Мы выходим в прямом эфире. Телефон нашей студии 46 90 60. Друзья, звоните, делитесь своими мнениями, поздравляйте наших ребят, мы обязательно вас выслушаем. Татьяна Юрьевна, ну вот вы тут сказали, да, что ребята за последние 5 лет по сути были первыми, да, кто выехал вот так вот в Европу. Почему? Это потому что у нас нет должного уровня, да, у ребят, что мы не могли никого отправить, или какие-то финансовые были трудности? Отчасти верно, и то, и другое. Не то чтобы у нас не хватало должного уровня или какие-то были в этом смысле проблемы, просто как раз в последние 5 лет мы ощутили последствия демографического кризиса, который случился, в частности, скажем, в нашей республике по совершенно объективным причинам. Вот. И в связи с этим, конечно, у нас просто было мало студентов, мало. Был небольшой конкурс. Может быть, с этим связано отчасти. Другое дело действительно финансовые проблемы, потому что в нынешних условиях, особенно с существующим сегодня курсом евро, поездка в страны Европы, наверное, дело не самое возможное, скажем так, достижимое, реальное. Но, тем не менее, мы стараемся со своей стороны каким-то образом помогать ребятам, поддерживать их в том числе и финансово, если мы видим какую-то перспективу, если мы предполагаем, что эти студенты наши могут... потенциально могут вернуться с победой и таким образом поддержать честь нашего колледжа и, в общем-то, нашей республики за рубежом. Для нас, повторюсь, эта история не очень частая, скажем так. Что ребята ездят, да, на такие конкурсы? Потому что для того, чтобы попасть на зарубежный какой-то конкурс, вообще получить эту возможность и добиться этой чести, нужно пройти достаточно много предварительных этапов. Это и региональные конкурсы, и всероссийские конкурсы, и международные конкурсы, которые проводятся в России, да, с участием участников из-за рубежа. И только после этого, когда мы уже чувствуем некоторую уверенность в наших конкурсантах, мы отправляем их за рубеж. То есть так просто, вот если вы видите, что ребенок талантлив, допустим, да, вы его так просто сразу на Европу все равно отправить не сможете. Да? Ну, мне кажется, все равно в любом случае нужно набраться некоторого опыта, побывать в этой конкурсной ситуации, привыкнуть к чужой публике, уже не один раз выйти на чужую сцену, что называется, прежде чем ты будешь себя чувствовать уверенно за рубежом. Может быть, я не права? Ребята, пусть ответят нам на этот вопрос. Как вы считаете? Ну да, я в первый раз на конкурсе. Но опыт определенно нужен. С каждым разом ты выходишь на сцену и как-то привыкаешь к этому. Уже не так страшно становится? Да, ну, на самом деле это все не так страшно каждый раз, когда выходишь на сцену. Ну, говорят, что если нет волнения, то ты уже не артист. Поэтому... То есть оно все равно обязательная составляющая, да, любого выступления. Любого выступления. Ребята, почему вообще академический вокал? Почему, допустим, не эстрада? Ведь, ну, понятно, да, у нас сегодня многие хотят быть звездами и стремятся на большую сцену. Не дано. Выбирают эстраду. В смысле не дано? Как это так? Это сказал лауреат первой премии сейчас. Ну, лично в моем случае, как бы, я вообще... во всем, так сказать, почти уже во всех сферах каких-то искусства, в первую очередь, побывал. Я первые классы, то есть первые 4 года обычной учебы я ходил, занимался спортом, ходил в художественную школу, ходил на секцию боевых искусств и ходил, играл. Везде себя попробовал, да? И на флейте я играл в колледже искусств, еще был маленький. Вот. Ну, потом я... решил, все, думаю, отдамся в спорт, оставлю все это дело. Я как-то все-таки хочу как-то отличиться, так сказать, из семьи, что-таки самому проделать путь, а не идти по стопам. Но одна мамина, так скажем, фанатка поддержала, потому что мама все-таки расстраивалась отчасти. Поддержала, говорит, он обязательно вернется. Через 2 года я, когда уже заканчиваю 9 класс, я поступаю в колледж к маме,
И уже, собственно, здесь начинается такой хороший всплеск, так назову. В целом, я, конечно, люблю петь. Пел эстрадные какие-то песни. Было бы странно, наверное, если бы было по-другому. Эстрадные песни пел, и, честно скажу, наверное, мне даже не так нравилось себя слушать. Как академическое пение, да? Серьезно. Ну, вот относительно мамы, да, давайте разъясним. Возможно, некоторые телезрители наши не знают все-таки, чей сын Алексей. Это сын Ольги Сосновской. Кстати, вот она как раз была тоже членом жюри этого конкурса, да. Мы очень хотели Ольгу Александровну пригласить к нам в студию, но она сегодня находится в Москве и принимает участие в юбилейном концерте очень известного, сильнейшего баритона мира, оперного певца Сергея Лейферкуса. Ну, мы с ней заранее связались и пообщались с ней по скайпу. Давайте послушаем, что она рассказала нам про конкурс. Я очень горда своими студентами, которые заняли, Алексей занял первое место в своей возрастной группе с 18 до 20 лет. И Анна получила третью премию в своей возрастной группе с 15 до 17 лет. Они очень достойно представили Республику Коми. И я ими очень сильно горжусь. И когда я позвонила и сообщила о результатах Татьяне Юрьевне Колтаковой, директору нашего колледжа, она сказала: вот как здорово вы прорубили окно в Европу, что впервые за всю историю колледжа как бы поехали студенты колледжа за рубеж и стали лауреатами. Это очень здорово. Тем более, если учесть, что Алексей приехал туда абсолютно больной и два тура пел с температурой 38,5. И я, наверное, как ни для кого не секрет, что Алексей, помимо того, что он студент в моем классе, он еще и мой сын, я, конечно, была, наверное, жесткой матерью, которая сказала, что артист как солдат, он должен в любой ситуации защищать родину. Поэтому все было замечательно. Я очень довольна. Очень был сильный конкурс. И гран-при получил мальчик из Тарту. Приезжала очень хороший педагог, которая привезла троих мальчишек, и все трое у нее стали лауреатами конкурса. То есть, действительно. Может быть, нам в чем-то даже повезло, потому что в этом году было не очень много участников, 32 участника. Но я считаю, что среди таких сильных выступить впервые, в общем-то, приехать и победить, это очень здорово, очень хорошо. Алексей, 38,5 температура, и ты вот с такой температурой, в таком состоянии все равно вышел на сцену. Это только первый тур. Второй, потом? После того, как я отпел, мне стало гораздо хуже, потом я пошел, отлежался. На следующий день уже как-то более-менее, но все равно стало гораздо, то есть нагрузка была, и второй тур я уже пел с температурой 39,6. Боже мой, ты действительно герой. Не было желания уйти и не принимать участие? Ну, плохо же, действительно. Желания не было. Желание было, естественно, отпеть. Второй тур действительно был немножко для меня труднее, потому что вот эта вот ангина так вот жестко. Это было не нервное, это было как раз заболевание. Это было, да, это я простудился, видимо. Как мне? Мы ездили к врачу, меня отвезли. Мне там очень понравилось. Очень. Ну, про клиники эстонские давайте. Это отдельная тема для разговора. Ну, на самом деле, как бы вот нам дали диск с фотографиями нашими. Ну, не только наши, вообще с всего конкурса. У меня там был только мой первый тур. Вид был страшный. У меня были красные глаза, был конъюнктивит. Понятно, больной вид. Да. Во втором туре еще болело горло, уже сбивалось дыхание, не мог так тянуть фразу долго. Но несмотря на это, ты занял это, да, первое место. Пошел на чувствах все равно. То есть, как бы без чувств петь, я считаю, нельзя. Ну, можно, но это все равно не так. Не так. Ребята, какой у вас вообще был репертуар? Это вообще важно, вот ту песню, какую вы берете, или важно то, как вы ее споете? Ну, на самом деле важно, да, как сказал Лёша, вложить чувства, петь произведение. В репертуаре должна была быть обязательная ария, песня, во втором туре, если ты проходишь. Ну да, там были определенные рамки, каких годов выбирать произведение. Ну да, без чувств, без всего ты не добьешься такого успеха. Надо вкладывать не только свой голос, а еще что-то внутреннее обязательно должно быть. Вот у тебя какая была песня? В первом туре я пела Моцарта «Фиалку»,
Коми народную песню «Бурбатик от мамку от Олым». Чего себе. Да, и Дунаевского «Весна идет». Ну, там народная песня была, и мы вот решили показать республику. А во втором туре у нас обязательно произведение «Вьене-Вьене» Вивальди. И «Мэй, Туса, Жорж и Катя» романс. В общем-то, самое такое произведение яркое. Зажигательное, да? Алексей, а ты что тянул своим больным горлом? Ну, в первом туре там идет какая-нибудь ария от зарубежного композитора. Я пел арию Фигаро, третий квотин «Севоль Баларе». Затем у меня шел романс отечественного композитора Чайковского, я взял «Средь шумного бала». Это вы сами решали или это все-таки педагог вам говорил? Лучше взять вот эту песню, допустим. Вместе с Ольгой Александровной. Мы вместе решали, да. Все-таки какой-то есть свой репертуар, который как-то уже имеется. Там во втором туре уже было произведение тоже по выбору. Там у нас были три обязательных произведения, которые надо было какое-то из них выбрать. Я выбрал произведение Марчелло «Иль мио бальфоко». Очень красиво, мне это очень понравилось. В городе впевал, на каких-то концертах тоже устраивала Ольга Александровна. Ребят, ну было бы грешно, да, если бы мы сейчас тут говорили о вокальном конкурсе и не попросили бы вас что-нибудь исполнить. Алексей, ну давай, ты как мужчина, да, возьми на себя эту миссию. Может быть, что-то, что ты исполнял на конкурсе, может быть, то, что тебе самому приятнее, чтобы наши телезрители увидели всю мощь и красоту, за что все-таки дают первые места на международных вокальных конкурсах. Ну, в таком случае я, наверное, исполню песню из первого тура, народную, акапельно. Давай. Не знаю, можно ли встать или желательно сидя. А как удобно? Я не знаю, как это для вас важно. Лучше, конечно, стоя. Стоя, если можно, да? Встану, давай. Куда-нибудь тогда сюда. Давай, тогда мы камеру тоже выстроим соответствующим образом. «Живет моя отрада» — русская народная песня. «Живет моя отрада в высоком терему, а в терем тот высокий нет хода никому. А в терем тот высокий нет хода никому». Ну, браво. Нет, очень здорово. Очень классно. Мы сейчас, ребят, прервемся еще на одну рекламу, вот на этой высокой ноте, или низкой, это была низкая нота, да? Вот. А потом вернемся обязательно в студию, друзья, оставайтесь с нами. В конце марта в эстонском городке Кохтла-Ярве прошел 11-й международный вокальный конкурс академического пения. И наши ребята, студенты колледжа искусств Республики Коми, приехали оттуда с победой. Вот сегодня мы об этом беседуем. Я напомню, кто у нас в гостях. Это Татьяна Юрьевна Колтакова, директор колледжа искусств Республики Коми. Алексей Юрковский, лауреат первой премии этого конкурса. И Анна Рочева, лауреат третьей премии конкурса. Мы тут на такой красивой ноте сейчас закончили, да? Но всем, наверное, очень хочется послушать и Аню тоже. Аня, исполни нам. Можно сидя. Можно сидя, да, как удобно. Тоже народная песня. Коми народная песня в обработке Попова. «Бурбатик от мамку от Олом». Ты исполняла это там на конкурсе? Да, в первом туре. Да, буквально один куплет. Хорошо, хорошо. Бурбатька тмамка долом, озне корменом вон, месе кишок актедлы, эгаджи в гаштем лун. Месе кишок актадлы, эгаджи в гаштем лун. Здорово, браво. Достойно аплодисменты. Я понимаю, да, теперь почему вы впечатлили жюри. Татьяна Юрьевна, скажите, ну а что вот этот конкурс дает теперь нашим ребятам? Какие-то перспективы он открывает перед ними? Ну, знаете, как у нас говорится, открытый мир.
Да, теперь, когда они преодолели последний порог, когда они уже выступили за рубежом, побывали, ну, буквально вне русскоязычной среды, с этим как-то справились, очень удачно справились, хочу сказать. Вот, теперь, конечно, перед ними открыты дороги везде, повсюду. И в наше время вообще у классических вокалистов, оперных певцов, конечно, очень большие перспективы. И я надеюсь, что когда Алексей и Анна поступят в консерваторию, а мы на это, по крайней мере, рассчитываем, они будут участвовать в международных программах молодых певцов, которые сегодня существуют и в Большом театре, и в Мариинском театре, и во многих оперных театрах мира, таких как Опера Гарнье в Париже или Метрополитен Опера в Соединенных Штатах Америки. В общем, теперь они могут открывать для себя целый мир совершенно спокойно. Да. Ребята, а это в ваших планах вообще есть теперь поступить в консерваторию? Вообще, к чему вы теперь стремитесь? Какие цели-то ваши? В моих планах в колледже на самом деле не доучиваться. Я этого не слышала. Упала в обморок. Как это так? Ну, я хочу сходить в армию и потом поступить уже в консерваторию. Сдам ЕГЭ и, собственно, вперед. Несем валидол, Татьяне Юрьевне, сейчас. Мы обсудим это после программы. Пока не бейте его, не наказывайте. Ну что? Но в консерваторию ты планируешь поступать? Вообще с музыкой связать дальнейшую свою судьбу? По ходу дела, да. Теперь уже обязан, да, после первого места? Ну, видимо, все-таки... Не смогу я от этого уйти, так скажу. Придется, так сказать, с моей какой-то, может быть, иногда нежеланием смириться и идти, собственно, своей все-таки дорогой. Не идти наперекор со своими какими-то идеалами. Анечка, а ты? Ну, я планирую закончить колледж. Это успокаивает. Да, очень бы хотелось закончить, да, колледж и поступить в консерваторию, на самом деле, продолжать работать над собой. И моя мечта великая — это работать в театре. Я очень мечтаю, вот я хожу там в театр, и мне это так восхищает, мне это так нравится. Да. Театры и балеты, да? Было бы неплохо. И работать хочешь у нас здесь, в нашем театре? Да, хотелось бы, да, вернуться после консерватории. Ну, посмотрим, как сложится жизнь. Но у меня в планах продолжать дальше работать, да. Угу. Ну, а вообще сам конкурс, там вам что-то дарили, что-то обещали, я не знаю, или все ограничилось, ну, только... Каковых премий, денежных не было, точно, не было, да. Денежных тоже не было, к сожалению. Нет, не было, да. Были вазы. Вазы? Да, нам дарили вазы. Ну, цветы, да, нам дарили розы. Ну, это само собой, диплом там обязательно. Там. Да, дипломы и большие такие праздничные пакеты, вот в которых лежали вазы, диски. Диск с фотографиями, шоколадка большая. Шоколадка огромная, да. Лично у меня флешка лежала на 16 гигабайт. У меня тоже. Как подарок, да? Да. И запонки. И галстук. И галстук. И галстук. Какие такие разные, совершенно разноплановые подарки оказались. Я не пожалел лично, что съездил. А у вас еще будет возможность вернуться? Там вообще до какого возраста ограничения? До 20, получается, до 20, да, это лет, максимум? Да. Вы еще попадаете, да, получается? Ну, слава богу, лично, как бы, я не знаю, почему Ане ей дали вот насколько мы просили визу, да? А мне вот почему-то, может, потому что мне уже исполнилось 18 лет, или потому что я уже был за рубежом, мне дали визу на полгода. То есть у меня будет еще возможность туда съездить. А у вас только въездная на раз, да, получается? Ну, на 2 недели получилось, да. Так как рабочая получается, да, да, по сути. Угу. Вообще сложно было визу-то получить сейчас? Такие трудности с этим связаны? Как Аня переживалась. На самом деле это было сложно. Мы 100 раз меняли города, куда нам, правда, поехать бы. Вот мы с Лешей вдвоем отправились в Москву. Вошли в этот визовый центр вот с такими руками, потому что мало ли каких-то документов не хватает, а это Москва. И туда-обратно опять ехать, и времени ограничено. Мы зашли, нас проверили. Хорошо, что у нас телефоны ничего не забирали, потому что в посольстве нам рассказывали, там прям проверяют, чтобы ничего, да, не было. Зашли, подали документы. Ну, в общем-то, страшно было, да. Еще... Там был компьютер, слава богу. Пришлось много мы нашли. Распечатать, да. Ну, хорошо, что вот там все оборудовано, есть компьютер, почта, все пересылается. То есть, если чего-то не достает, чтобы тут же оперативно, да, могли родственники где-то помочь разбудили подключиться. Разбудили родителей. Разбудили нам свои паспортные данные. Мы выходим в прямом эфире, телефон нашей студии 46-90-60, и у нас есть еще один звонок, наверное, уже последний сегодня в нашем эфире. Алло, добрый день.
Добрый день. Да, здравствуйте. Я хотела бы поздравить, сказать, что такие молодцы, молодые люди, так поют хорошо, не хуже зарубежных звезд, скажем так. И я хотела спросить учителя музыки, да, получается, нет, Татьяны Юрьевны, можно ли дома, в домашних условиях, у ребенка проверить, есть ли у него слух и талант к пению, к музыке? Угу. До скольки лет это развивать можно? Спасибо, спасибо за вопрос. Знаете, можно ли дома вырастить оперного певца, по сути? В наше время возможности образования, в том числе музыкального образования, ничем не ограничены. И, конечно, вы можете заниматься дома, вы можете приходить к нам в колледж, заниматься в секторе педпрактики, это абсолютно бесплатно. Мы с удовольствием приветствуем всех, всех, кто к нам обращается. В том числе, если вы хотите консультироваться дома с преподавателем, то существует сегодня общение по скайпу, и вам в любой момент могут дать авторитетное заключение, скажем так. Но на самом деле... Наступал ли медведь на ухо ребенку или не наступал? Да? На самом деле, я думаю, что музыкальные способности есть у большинства живущих на этой планете людей. Важно только... раскрыть их каким-то образом, найти вот тот самый подход к ребенку, к взрослому, который сработает вот именно с этим человеком. И тогда, я думаю, что мир музыки открыт для каждого. Мне кажется, что вот как раз академическое пение — это что-то такое все-таки уникальное и уже природный какой-то талант, который вряд ли развить возможно. На моем примере, ну, не в смысле я видел, а рядом со мной человек, которого слуха изначально даже как бы и не было. Но он развился за счет того, что он слушал как бы вместе со мной где-то академическую музыку. Я был человек, который слушал эстрадную. Сразу говорю, эстрадная так даже не развивается. И она слух не развила, да? Не развивает, действительно. То есть именно академический вокал как-то все-таки влияет именно на позиции какие-то. Он может и поставить слух у человека, раскрыть это, наработать. Это все возможно. Сейчас подарил надежду просто очень многим людям. Да, слушайте академический вокал. Но я думаю, что еще очень много зависит, если заниматься серьезно, от преподавателя. И я очень рада, что нам повезло. 2 года назад Ольга Александровна Сосновская согласилась открыть свой постоянный класс у нас в колледже искусств. И вот первые результаты мы уже сегодня видим на таком блестящем уровне. А пользуется спросом вот академический класс как раз, академического пения? Да, именно на этом направлении мы год от года наблюдаем рост потока абитуриентов, то есть у нас уже есть конкурс достаточно серьезный, и дети, которые приходят сегодня, но мы не нарадуемся на них, потому что они действительно либо обладают роскошными природными какими-то данными вокальными, либо они действительно очень мотивированы на обучение, готовы горы свернуть, либо то и то, и это очень приятно видеть. Аня, вот у нас время уже заканчивается, да, мне интересно, я думаю, что и телезрителям тоже. Вот как вы в себе этот талант вообще раскрыли, если мы говорим о том, что это реально все-таки, да, вдруг развить в себе этот талант? Ты как поняла, что тебе вот именно академическое пение нравится, что ты будешь этим заниматься? Ну, вообще, изначально я ходила, я вообще с Ухты, в музыкальную школу по классу фортепиано. Ну, пела, вот как Леша говорит, эстраду, ничего такого. В душе. Да, в душе, да. Ну, там, может быть, выступала на школьных мероприятиях. И вообще изначально поступала в колледж искусств на актера. А, совсем по другой специальности ты шла. Да, но вдруг вот у меня... Так получилось, я подала заявление еще и на вокал. Меня прослушала Ольга Александровна, и вот, наверное, потому что вот мы с ней познакомились, я как-то вот даже рада этому. Она, ну, вот показала, что это такое, рассказала, что у меня есть это. И вообще я очень рада, что сейчас учусь на этом отделении. Это на самом деле интересно, здорово. Круто. Ну, в общем, это правда развивает слух, на самом деле. Это дает какие-то в себе новые возможности открыть. И надо вот работать, над этим работать, не покладая рук. Здорово. Даже лечит. Что лечит? Даже лечит. Астму, например. Да. Пение? Да. Именно академическое? Именно, да. Пение академическое.
сейчас как врачи тут выступили. Очень хорошо. Ребят, спасибо вам огромное. Я желаю вам успехов. Я думаю, что вы еще не в одном конкурсе примете участие. И надеюсь, что привезете нам победы. Дальнейших вам успехов на этом музыкальном поприще. Я напомню, что сегодня в гостях у нас были Татьяна Юрьевна Колтакова, директор колледжа искусств Республики Коми, Алексей Юрковский, лауреат первой премии 11-го международного конкурса академического вокала для детей и юношества, и Анна Рочева, лауреат третьей премии 11-го международного конкурса академического вокала для детей и юношества. Спасибо вам еще раз большое, успехов вам и новых побед. Спасибо. Спасибо, спасибо большое. С вами, дорогие телезрители, мы встретимся завтра, все так же в 12:30. До свидания.